Кирилл Ивко служит в полиции третий год. В правоохранительные органы он пришел сразу же после армии. Признается, у него не было никаких сомнений по поводу выбора будущей профессии. После службы в вооруженных силах, говорит Кирилл, в полиции даже привыкать ни к чему не пришлось. Все так же – построение, вводный инструктаж, развод по местам службы. И как только наш герой приступает к работе, тут же поступает вызов. Строители 32А, 90. Соцзащита не помогает. Это вся информация, которая поступила в дежурную часть. Поэтому Кириллу предстоит на месте разобраться, что случилось. Полицейский звонит в квартиру, но дверь ему открывают не сразу. Вызывала. По поводу чего? Они не приходили, не знаю. А о ком вы говорите? Я просто так спросила и все. Ничего криминального здесь не произошло. Бабушка лишь пожаловалась на бездействие сотрудников соцзащиты. Следующий вызов поступает с улицы Вайнера. Здесь, во дворе 19-го дома, гуляют две лошади. Нарушения закона в этом нет, но проверить необходимо, поясняют полицейские. Вадим. Вадим? Да. Кирилл признается, не каждый день смена проходит так спокойно. Бывает всякое, рассказывает полицейский. Отчего даже появляется некий азарт в работе. Азарт, он есть каждый день. В принципе, в нашей работе основное это азарт. Нет азарта, нет работы. Но не только к работе с азартом подходит Кирилл. В свободное время он любит позаниматься в спортзале. Со штангой весом больше сотни килограммов он на «ты». Спортом Кирилл Ивко занимается с детства. Занимался пауэрлифтингом. Здесь же также, да, также боксом. Ну и всевозможным спортом. Бегом, гиревым спортом. Ну и еще не помню чем. Благодаря своему спортивному увлечению на недавних показательных выступлениях «Служба. Дни и ночи» полицейский стал победителем в нескольких номинациях. В свою очередь, сам молодой человек говорит, хорошая физическая подготовка помогает ему в работе. Ведь по долгу службы приходится сталкиваться с разными, порой очень опасными ситуациями. Александр Перминов, Сергей Шемет, Интера ТВ.